Уже 8 сентября пройдет единый день голосования. Однако сани нужно готовить летом. Поэтому эксперты из штабов общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае и Республике Алтай собрались для обсуждения грядущего события. У нас оно будет не настолько большим. Нам главу региона, в отличие от соседей, выбирать не требуется. Это выборы депутата КЗС по 21-му одномандатному округу. Это железнодорожный район города Барнаула. И 103 компании в органы местного управления. На самом деле, в Алтайском крае масштаб голосования будет небольшой. Все будет задействовано около 9,5% избирателей. И все же самое интересное – выборы в ОКЗС. Во-первых, кандидаты имеют непосредственное отношение к округу. Плюс всем должно хватить места для размещения пиар-компаний. Во-вторых, претенденты молодые. Верхняя планка – 42 года. Эксперты говорят, дело не только в обновлении элитарного слоя общества. По их словам, в стране сейчас тренд на кадры с новым подходом к работе. Даже на губернаторов последние 5 лет – это все от 40 до 50 лет. С образованием профильным, опыт работы в госструктурах, в коммерческих структурах, и потом они становятся губернаторами. Так, если вы слышали, это губернаторы-технократы. Есть и общие тенденции в выборах в Алтайском крае и Республике Алтай. Например, кандидатов в парламент выдвигают в основном из числа партий, которые в нем состоят. Притом делают это не слишком охотно, особенно горные соседи. Уменьшилось там и число самовыдвиженцев. На данный момент, за 2 дня до окончания периода выдвижения, всего 12 человек подали заявление о согласии баллотироваться. А при этом все системные партии, которые участвуют, к ним присоединились независимые кандидаты, которые решили не рисковать сбором подписей. А ведь еще в 2019 году самовыдвиженцев в Государственное собрание Республики Алтай было в 5 раз больше. По словам экспертов, эти факты в очередной раз демонстрируют всероссийский тренд на растущий игнор выборов со стороны избирателей. Но, как говорится, сентябрь покажет. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.